Почему ты яйцом не стремишься? Да никто не стоит. Кстати, первый раз буду дамажить на себе работе. Еще неизвестно. В смысле неизвестно? А, ты имеешь что бить? Одного танка. Я понял. Бля, у нас летело, что ли? На. Все летит, да? Ой-ой-ой, она в меня бьет. О-о-о-о. Да, ты же все у нас летело. Что за хуйня? Это все нормально, я держу ее. Давай сильно фу. Видите, вы на льду стоите, вас дамажат. Подальше станьте. Да них. А куда дальше? А куда? Ну вон, есть же место, где вы сейчас стоите. Все равно дамажат. Ну это хилы без них, так свой FPS чекаем. Вот бы еще на Мауру от льда, а не этим. Да, было бы лучше. Да. Все, я поехал туда. Да и как ты сохнешь, блядь. Потные рейды. Факт. Это даже не синдробосс. Сейчас готовьте синдроп, ливайте, сейвы пожмите. Синдроп, ливайте. Но она же приедет после убийства. А, ну да. Ну да. Хули мы ее детей убили. Какая тьфу на вас. Помнишь, или? Сейчас, сейчас Андра прилетит. Сейчас на хилю. Чё помогать? Если на хилю. О, фир дали. Круто. Я побежал. Все, Саня, готов. Так, все, готовьте, сейчас прилетит. Рано. Сейчас спокойствие прижимай. А, блядь, оно уже здесь. Спокойствие, спокойствие, охуяри, спокойствие. Я падаю. Я тоже спокойствие. Я падаю. Мы с Нуриком всех захилили. Все нормально. Сейчас пекайтесь обратно, и ВБ в хила. Сколько я ХПС выдал? Сейчас 350. Короче, смотрели же тактику, да, на третьей фазе первое место сюда ставится, третье вот сюда перенесется. Да. Все РДД будут стоять вот здесь, и милики, и РДД. То есть первая метка сюда вынесли, милики вы сломали, потом вторая метка туда ставит, и милики вот здесь ждут. Ждут пока стаки, ждут пока притяжка, а потом только ломают, и все. А как притяжка называется в этом? А, огонь там какой-то. Там какая-то ледяная хуйня. Обжигающий холод. Да, обжигающий холод. Вот ДВМ и показывается тоже. Ну вроде в ДВМ показывает. Короче, он... Да-да-да, ДВМ показывает. Показывает, да. Так, ставлю рыбку. Смотри, миликом левую сразу ломать меня? То есть по центру только не ломай, когда притяжка, да? Третья, да, сразу. Вот когда вторая метка, если притяжка близко, то не ломайте. Если притяжка не близко, там секунд 20, не знаю, тогда. Только так. Милики, короче, ломай. Главное сейвы на танковую вязать, там под 10 стак на метод дать. На третьей фазе в звезду и этот... Печеньку выносить, да? Да, да. Да. Поставьте ГБ. Можно чуть поближе сейчас сделать. Лёха, ты или хавай, или уходи, я не знаю. Ну, а вы уже поставили. То есть босс примерно где-то вот здесь будет танчиться. Там ДК сам знает, как развернуть. Поставьте ГБ. По третьей фазе чуть-чуть от нас лицом развернешь, а то бывает так, что он звезду задевает, когда дышит. Я не знаю, что за херня, но такое бывает. Кодус 120 градусов называется. Одна треть круга. Да. Поэтому чуть-чуть надо будет отвернуть. А чё в ГБ?
масло возьму. Саппорты остались у всех? Лёха, уйди с ГБ. Нет. У Ридара таргет большой. Да. Жирной. Просто кость широкая. СС по его Б кинь, как он может сам стать. Ну там что-то ВФБ, Серега с ДР. А, да, это мем вышел. Какой мем? Да, надо чекать ВК в группу. Да он давно уже. Короче, все, все готовы. Перчан. Сейчас, даже проверим. Барабан уже есть у тебя, да, есть что? Да, да, да. До третьей фазы старайтесь ближе стоять, потому что если чем дальше стоите, он вас еще в конце подбросит, вы не успеете выйти, если вы там какой-нибудь теледар или губи. Или лок. Да, добавим пол. Блять. Много не стакайте. Больше 5, пяти сбрасываем. 4, 3, 2, 1. Кстати, в стаке пофиксить можно подамажить нормально, наверное. Бля, там меня кинул. Я портал поставил, нет. Барабаны. Все взлетело. Прохил рейд. Никто не уцелеет. Метки. Прямо сюда бросал. Смотрите, правая левая сторона. Не бейте, не бейте, левую сторону. Там дотка моя подошла. С правой стороны смотрите. Четыре, да? Можешь уже идти ловить. Последняя. Да, это последняя. Только не умри. Сейчас. Киру, встань там, где... А, ты ж не можешь. Я неудобно. Я понял. На экране еще кинул. Много не стакать, один на хилю, потому что. Стаков. Прожмусь. Так, у меня вот 9 стаков. 9. Прожми тогда. Много не. 20. Нам, бля, торопиться некуда. Лёха, бля. Бля, у него бы СС был. Дайте, я сейчас дам им плоску сразу. Я... Инор дал им сразу. Лапу сдал тоже. Лапы... Всё, воздушка. Взлетел. 4 стака с 3 ударов, это как вообще? Он на рандом. У меня они по КТ, блядь. Так на мне. Куда ты беса, блядь, по воздуху прыгаю? Центр, блядь, скорость. Стоп, ДПС, блядь. Там же. Левую стоп, сломается. Прям слева вот тут. Подвиньтесь, вас заденьте. Подвиньтесь. Танк может увидеть уже. Большой. Получается, сейчас две тэшки на паладина работают как у вара. Да. Только там прока, это у меня... Ой, ребята, а чё с ДПС? На его ПС, так. ДПС, ничего нет. Это синдром. Перебежь.
Разобей этот ДПС. Перевели? Перевели, все. Все РДД стали в звезду? Ой, этот, луну. Мирики можете пока бить до первой метки. Первую но метку. В медмишку дубовую прожми. Милики, ломайте в метку. Ломайте метку. Дебоди застыл. Метку ломайте. Метку, метку ломайте. Вторая метка. Следующая. Все, метка. Отходи, отойди. Не подходи, Лёха, не подходи. Лёха, не подходи. Лёха, ставим, где мы стоим. Все. Все, после притяжки. Обжигающий холод пройдет, потом ломайте. Лёха, ты ставишь, стоишь, стаки сбрасываешь. Что я бить могу? Ломайте быстрее, мельки, ломайте. Быстрее, кипал. Ломайте, ломайте, ломайте. Сломали. Видите, босс. Метку, левого... метку, ломайте. Почему? Я ломали. Барабаны дал. Да, бегайте. Метку, забыл, ломайте. Лыбу кто успеет. ЕВБ умер, Айтон умер. Метка. Я даю ЕБР, даю по ЕВБ. Дайте ИНО по ЕВБ. Сразу каски эти... Лёха, метка, ты... Блять, куда да, метку вынес? Бля... Подожди, а почему вы так рано сломали? До притяжки. Мы не рано сломали, там притяжка у нас показывала. Ломайте метки все. Все уже, мой. Я тут, Лёха, заморозил нас. Блять, какой лайк. Ну, все живы еще пока что. Сломайте, сломайте метки, успели. Нет. Нормально. Пиздец. Не успели. Все, минус. Да нас Лёха заморозил, ёпта, пришёл сзади, стал с меткой. Ещё так незаметно, знаешь. Рога. Лёха. Вот какая метку, проблема метку сейчас? Ломай. Я вообще не понимаю, что здесь надо делать. Я не смотрел видео. У тебя над ебалом появляется синяя метка. Вот скажи, это не значит то, что ты какой-то особенный. Короче, запомнил, звезда и печенье. Блядь, говорили же, либо... Либо в печеньку, либо в крест. Ой, в крест, в этот... Звезду. Звезду, ну, да. Сейчас нормально будет. Ну, сперва... Ты, вот смотри, звезду падает, мельки сразу за ней становятся, ее ломает сразу, не ждете ничего. Вторая метка, мы ждем обжигающего холода, после притяжки ломаем. То есть на мельчах сейчас, не попадает. Ты если знаешь, на сове, если ты знаешь тактику, только ты один РБ и все. И тогда сразу проблем у людей не будет. Они просто забегают за глыбу, скидывают стаки. Ты один бей глыбы, остальные не трогайте глыбы и все. Появилась глыба, вы зашли, скинули таинственную энергию за каждой глыбой и все, и вы с***ете босса. Я не успею, это просто быть. Да там и глыб по 40 тысяч хп. Не, по 130 там же. Ну, кота в помощь. Там два милика есть. Лёха, ты стой просто. Я не знаю, блядь, что тебе сказать. Если на тебе метка, просто... Вон, видишь, метки две стоят. Звезда и печенька. Первая метка уходит всегда звезду. Если на тебе метка появилась, ты в печеньке. А я не понимаю, почему обжигающий холод по-другому затаймился? Мне показал ДБМ, что сейчас... Оно не притянуло, кстати. Да, оно не притянуло. Из-за этого нам подруинило херня. Давайте на саппорт еще. Она не сразу притяжку дает. Через какое-то это. Ну тогда будем до последнего притяжку ждать. Когда на боссе останется миллион, на метки забиваем. Сразу просто все боссы свечи. Так подожди, первая, самая первая метка идет в звезду, а потом все остальные идут в печеньку или что? Нет. Первая метка в звезду, а потом вторая метка в печеньку. Вторая метка в печеньку. Вот здесь вы все стоите. Да. Обратно в звезду, опять в печеньку. Туда-сюда, туда-сюда. Печеньку, чтобы мы задушили притяжку и все РДшники. Блять, как он забрал? Сможет? Ладно, поверни, пусть мы здесь будем стоять. Я все смогу. Все, окей, тогда. Ты сможешь замечательно. Так, бля, на двух хилах аккуратно стаки копите, потому что на двух хилах. Ебаный, да.
Кто-то не успеет, походу. Да я барабаны дал, он успеет. Все, метки, смотрите, просил. Не вижу метки вообще ничего, сами смотрите. По левой не бейте. По левой не бейте. Так, все, уже можно ловить ее. Последнее. РДД поближе встаньте, чтобы после притяжки она этот... Чем ближе, тем быстрее убегаете после притяжки. А чё воздушная фаза показывает? Это баг? Или она сейчас опять зайти? Не показывает воздушную фазу. Ну, мне тоже показывает. Блять. У меня нет. Ну, у нас ДБМ сомневается. Кто-нибудь тогда на третьей путёжке. Всё, взяли. Поближе. Аккуратнее, там на эко немного стаков. Метки. Угу. Блять. Что это? Да не поняли друг друга. Я сам сломаю, не бей. Там просто коллективный разум. Да, да, да. Ну я был рядом, я и побежал сюда. Лево, не бейте. Там бес бьет. Право теперь, максимально право, смотрите. Сейчас уже, скорее всего, переводить будем. Вот это сразу рядом встаньте, потом отойдем. Есть СС? Нет, но. Окей, у меня БР нет, Кирос на тебе БР будет. Я только подхожу, у меня уже 7 стаков. 8 стаков, круто. Перевели. Все, перевели. Все РДД подальше встаньте. Готовьтесь. Ильки, покопите до первой метки. Первая метка, все, ушла. Ильки, готовьтесь ее бить, не подходите сейчас. Бейте. Метку бейте, Лёха, бей метку. О, мать, всё. Вторая метка, готовьтесь. Эко. На эко. Эко вперед, остальные назад. Сейчас таймер притяжку потом. Сейчас обжигающий холод будет. Обжигающий холод будет, осторожно. Так, и сбрасывайся. Эко номер. А как? Вебер! Вебер даю. Метка опять здесь доходит. Залил. Разбивайте метку. А сейчас обжигающий будет, да. Барабаны дал. Вторая метка печенька сейчас уйдет. 6 таков на миликах уже. На мне, бегу. Керус, дай ему бабл сакру. Я дубовую прожал. Все, сбрасываем стаки, сбрасываем стаки. Не бейте, не бейте быстро. Стаки до обжигающего еще нормально. Все, стаки сбросили. Все бейте, все бейте. Двигался влево. Сюда? Звезду! А, ну ступа, стой, короче, не надо. Мильки, ломайте, две сферы, ломайтесь. Быстрее, да, следующие метки. На хилры. Танку. Нет, туда, вперед, в печеньку. Все в печеньку. Встаньте в луну, сбросьте стаки. Обжигающая таймер потом. Обжигающая 10 секунд.
Рану быстрее убейте. Сейчас вторая. Да не бьется синька вообще. Быстрее убей. И ВБ надо сейчас просто. Сейчас ВБ снимется. Готовьтесь. Сейчас же притяжка дала. Ну ничего страшного. Притяжка. Отбегайте. С ВБ ломайте сразу. Да! Круто! Просто из-за фрейма совы я не смог. Танк убил. Бля. Танк, а сколько у тебя там было? Пизду. Не знаю. Че тогда, два танка попробуем или? Угу. А, давай я два танка. Вы, ну, если носите в сторону метку, то будьте готовы к тому, что если таймер собьется и притянет, просто нужно отбежать. И проще всего носить просто вперед метку. Не в сторону никуда, просто вперед носить, разбивать. Всегда? Всегда все метки, и все нормально будет. В центр, что ли, ты имеешь в виду? Ну, печеньку? Да. Нифига себе, починка за бан. До берсы 5 минут, и мы вайпаемся на 2 миллионов босса. Так что лучше медленно убить его за 2 минуты, чем вайпаться так. Окей. Ну, если вы убивали, если нет, то могу поэрелить. Не в танк? Давай в танк, на 500 статках не вставай. Чуть-чуть. И это... На паладине кидай фридом, когда босс залетает. Ну, мне обычно говорят об этом, я кидаю. Ну, босс залетел, сразу кинул фридом. На второй фазе, когда она не взлетает, там уже не замедляет скорость передвижения. Окей. Ты долларом улетел? Ну да. Что пропадет? Тут рыбка пропадет иначе. Тэпните. Самое интересное, я был фулово прохилен, и все равно меня шотнуло в голову. А все стаки были? Ну, смотрите, вот на 30% босса, когда она не взлетает уже, там каждые 6 секунд стакается стак таинственной энергии. Он увеличивает входящий магический урон весь от ауры, которая 4000 тикает, от глыбы, которая 14 тысяч без стаков прилетает. Если вы 5 стаков накопили, то по вам прилетит уже не 14 тысяч, а 28 тысяч. Вас шотит. Поэтому, чтобы такого не было, чтобы никого не шотило, за каждой глыбой, которая прилетает каждые 15 секунд, нужно скидывать стаки. Глыба летит до человека 7 секунд. Или 6 там. Каждые 15 секунд прилетает склеп. Разбить склеп нужно, ну, 7 секунд, там, 6-7 секунд. Разбили, скинули стаки. И все. За каждый. Если вы одну пропустите, на вас будет 5 стаков. И следующий склеп полетит у вас, у вас просто шотнет. Соврат. Еще один дать? Что тогда будем все на третьей фазе в одной печеньке только у нас? Все в печеньку. И как только вы будете скидывать за каждой глыбой, вы сразу убьете босса. Все, окей. И вот кому еще саппорты нужны? Обжигающий они сразу притягивают. Там 5 секунд еще, 5-4 секунды, и потом он притягивает. По ДБМ это. Все, поехали туда. Все тут? Лёхи нет, погоди. Лёха, ты где? Да, а босс уже летит. Это все
Это, блядь, вот опять он ушел, блядь, без этого, блядь. Кто ему? Никто не дорос, нахуй. Перерыв. Перерыва нет, вот куда он уходит? Побежал. Правильно, на хиле одна. Мне опять так. Барабаны. Не успевает, походу. Я барабаны дал. Давай, Фрида. Бля, забыл с ним. Стоп у правой. Что последний? На двух хилах аккуратно в чистаке набирайся. Воздушку отдотайте сразу босса максимально. 2 секунды сейчас зайти. Отдотали. Ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Так, уже почти сейчас переведем. Сейчас все в печеньке будем еще делать. Сбрасываем стат, потом сразу бьем. А танки меняйте сами. Друг с другом коммуницируйте. Пусть тогда сразу все к этому отойдут. Уже сразу тогда на третий ход. Да. Танку за первые глыбы сразу сбросишь, сразу иди меня. Ну. Иди стаков. Фаза. Пусть отойдут. Нет, еще 3 секунды. Еще 2%. Барабан кинул. Барабан дал, дал, дал. Я по халяве БР даю. Дай панг колехи БР. Фаза, фаза, все. Чеснок у меня на бомб кинул. Да, я понимаю. Киртл. Все в один фрейм ставите, чтобы сбрасывать. Сбросим, потом мы тут. Сбиваем? Да. Сбивайте быстрее. Забираю. Забрал. На двух хилах вот это. Меня отходи. Лёха, да. Меня откинуло. Пиздец, всё. Возвращай, возвращай, сюда. Возвращай просто. Встаньте за губы так, чтобы сбросить стак. Обжигающий холод. Что? Блядь, да что за хуйня?
ГГ, ну. Не-не, успейте. Пиздец. Ну как это пройти вообще? Его бы лёг, да. А его бы не было СС, да? 5 стоп. Лёха, чё ты там стоишь, блядь, вместе с глыбой рядом вечно? А где мне стоять, по-твоему? Подальше, блядь, тебя замораживает, понимаешь? Казали за глыбу встать, ёб твою мать! Ты глыбы нету, череп, блядь, только, а ты уже стоишь рядом с ним. Лёха, смотри, когда нету глыбы, ты стоишь, где РДД зона стоит. Потому что если встаньте в одну точку, умрите, что вы делаете? Да. Я не понимаю, почему откинуло? Как ты вообще туда улетел? Я не знаю. Ты сейчас сквозь глыбу нас притянуло. Охуеть. Короче, просто. Чтобы не откидывало тебя, чтобы босс назад вперед не ходил, ты подойди, встань в модельку моего танка, и потом там нажимай. И все, он не должен дергаться. Там еще на двух хилах эту херню бросил. Удар хвостом. Меня ударило хвостом. Ты ударил хвостом спереди? Да. Что за хуйня? Значит, сломан босс. На 180 развернулась, ударила. Так рыба стоит. А у нас же по ДПС все нормально? Ну, может, да. Три хила попробуем? Так, причем тут хилы? У нас люди не добегают. И метки неправильно выносят. Да, блядь, люди... Ну, в плане, если вдруг опять на двух хилов сразу на... дебаф, которые метки. Да, сейчас... Тут что, два танка, три хила, мы 100 лет бить, блядь. Нет, давайте так, как есть. Все готовы. Лёха, ты тут? Как, бафните 8%? Лёха. Да что? Смотри, когда вот тут будет РДД зона стоять, не стой рядом с глыбой, пока она не... Ты вот тут стой, ты не беги туда. Не стой рядом с глыбой, пока она не упадет. Ласки упали у нас. Я обновил уже. Память. Ты понял? 5, 4, 3, только когда она упадет, 2, идешь под глыбой. 1. А до этого стой в РДД зоне. На одном киле. Уебище. Подальше встань. Да куда дальше? Я так стою. Поближе к центральной оси. Рабаны. Где шип от локтя торчит. Да. Он справа падает там. Селево не бить, селево. Центр. Слева.
блядь? Что это за хуйня? Забей, он сломан. Типа, лучше бы она так каждый раз все время пихала. Каких-то ОБЛ нету. Понятно. 3 минуты до БР. У меня тоже 3. Дай СС по его, да. Сейчас. Бывает еще одновременно притяжка и дыхание, и всех шотают. Это пиздец какой-то. Да. Охуеть. Это просто босс начинает багаться, если его с первого трая убивать. Интересно. Охуенные механики. Ну это только теория. Вы можете по ледяным глыбам будете брать? Последний летит. У меня тоже такая теория возникала. Может, просто первые хуи всегда баги какие-то. На ИВБ, так что поаккуратнее. Можно СС дать по сей. СС по их чего домашнего. Сейчас потяжка будет. Барабан удал. Эх, нет, это херня. Сейчас переведем уже сразу. Через минуту появилось бы... Ой, по кепу, да. БР. Может сейчас... Стойте, стоп, под справа. Все, по левой пока. Боже, бесы. Сейчас последний, потом он будет. Все. Сразу встаньте все в луну. Сразу все в луну. Куда ты, Лёха, побежал, блядь? Я пусть бьет, пусть бьет. До метки бейте, ребят. Блядь. Я про ЛНБ говорю. Все, перевели. Все, метка. Метка, готовься, все, не разбегайтесь. На ком метка? Сейчас, вон, на мне. Сочный кекс. Все стойте по прямой прямо от нее. Сейчас стаки сбросим. Сбрасывайте стаки, сразу бейте. Вторая метка сейчас будет, что, потому что быстрее. Вторая метка. На мне, отойдите все. Забрал. Уйдите. Там БР откатился, можно по кирту упустить. Да я даю по кирту. Бейте сразу глыбу. Еще притяжка будет. Да, обжигающий холод. Подождите, не добивайте. Не добивайте. Да, отбегайте, отбегайте. Не добивайте сперва. Блять. Дай СС. Ой, БР, да. Бейте глыбу сразу, потому что мы должны босса еще успевать бить. Не успеваю. Менять? А мне. Отойдите, конечно. Отойдите. Скинул сразу меня. Забрал. Бля, 10 стаков. Все, все скинь. Пить. Обжигающего еще нормально холод. Еще время есть. Все. Двигался, уходи вперед. Сразу ломайте, не ждите, ребят. Обжигающий еще 10 секунд. Вторая успеется. Я не скинул, вот, куда вот, вы сломали. Вот следующую не надо бить, на ней будет обжигающий. Да. Инрейс. Да, прожмите только. Нормально, я не знаю. Сейчас притянет. Притяжка. Все. ДК, вы хрюкси. О, притяжка.
Все, аккуратно бейте. Дахка, дайте этот что-нибудь. Блин, ты как умер? Ты зачем подошел, там же взрыв идет. Че, блять? Давай, давай. Забрал. Все, бейте сразу, сбрасывайте стаки. Сколько до стаков тебе сбросить? Сбросил. Как вы, как тебя разобьют сразу, но... Сразу бейте. Следующую метку бейте по боссу, давайте побольше. Забрал. На мне. Ломайте, сбрасывайте ставки быстрее. Следующую метку уже 2 секунды. Танку прохил? 3 минуты. Успеем. Сейчас притяжка. Сейчас вылезу. Господа... Ты где? Все, после притяжку ждем. Все, ломайте аккуратно. Милики, отойдите, вас шотнет сейчас. Все, ломаем, быстрее, ломаем. Быстрее, 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 быстрее. Вперед. Забрал. Сразу ломаем ее. Которая на его, да, сразу ломайте. Стаки выбрасывай. Я не скинул. Я не скинул. За следующий надо всем скинуть. Я прожмусь, я прожмусь. И только после этого уже будем. Аккуратно ломайте, дайте скинуть ДК. Все. Бля, там верса. Вы, короче, в босса играйте, метку просто вынесите. Метку просто в любую сторону. Не, не в другую сторону, в другую. А просто в босса играйте, ребят. Сколько там верса? Давайте, шестерка. Все, просто все в босса влейтесь. Все, что есть. Массакру, вайс баунс, дайте все, что есть. 300 тысяч. Давайте, 200к. Ну, просто то, что неужели, есть. Неужели, блядь? Алло, она. Неужели? Я говорю, босс несложный, просто его неторопливо надо бить на второй раз. Разбейте, разбейте, пожалуйста. Разбейте, сейчас мы умрем иначе. Быстрее, быстрее, быстрее. Чит разбейте. На... Чит на шаман. Ой, бля, там латные ноги. Нахпало говно. Ну хотя скорость. Разбейте глыбы в это. Сейчас глыбы убьем. А, все ДД в глыбах. Мак, мак, разбивай нас. У меня уже душа. Да ладно, сейчас еще. Лича сможешь проиграть ДК? Давайте посмотрим, да. Лича. Я на Личе просто не был, поэтому... Где вы этого парня нашли? Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста. Я хочу сфоткаться. Какого парня? Тебя. Ну, Волчатель, наверное. Вообще, где мы тебя нашли, вот скажи мне. Я сам нашел вообще. Ой, мы вообще, блядь, забей. Плохо нашли. Смотрю, челики пишут 17.00 там РТ. Не надо просто сибирская РТ. Лёху в капусте, блядь, нашли. Это в унитазе мы нашли, блядь, вспомни. Короче, я пару мобов убить, и у меня кольцо фуловское. Ну, я не знаю, вообще времени 10 минут всего лишь стоит. Ну, короче, один трай, только надо валик не сагрить. Если бежите через валик, только не сагрите. Куда тогда надо было делать? Сындры? Все, понял, все. Ну я нет, я вообще первый раз буду на Лече. Его бахили. Его бахили. Что? Сейчас. Танку. Есть. А, Керос. Нет. У меня Эвер другой. А у нас вообще когда может массовый или по одной цели в основном? Давайте сфоткаемся. Да. Станьте рядом, сфоткаемся. По-быстрому. Да, а тут в одного танка, да? Два. Тут. А, в одного? В смысле, на мобах кто? Сбрасывать на них, а эти будут.
Ну давай, все тактики, я не знаю. Я просто видосы видел раньше. Мне в хила. Ставьте шкаф. Три хила идем, да, знаешь? Давайте в три посмотрим. Сейчас. А он на агрессию подойти? Лич? Что ты по 7 хочешь? Да. Ну, лич агрессия? ХЗ, спасибо, кто ходил. Ну, проверь, это пол Бахтеридона. Уеб. Да-да, конечно. Засумать. Он кидался, он не пришел. Он, кстати, не сагрится, тут активировать этого фордринга надо. Вот у нас один трай, ребят. Потом сфоткайтесь. Сами потом придете, сфоткайтесь, не торопитесь. Ну, а уже завтра попробуйте потом коррегировать. Мы с вами сфоткаемся. А Кептал где? Подожди, и Манг. Скоро-то идет. А как тут в одного танка? Кто мобов держит тогда? Он отошел, походу. Not well fed. Что это? Стойте. Слушайте, это намазаться. А в смысле, а этот? Тактик. Что нам делать? Все, окей, я запустил. Иннер дать, иннер дам. Неужели прибыли наконец? Да. А мы успеем рыбку поесть, если я поставлю? Сколько у меня хапает? Ешьте рыбку быстрее. 20 лямов. Вот сфотаться можно. Фоткайте, ребят, быстрее. Более быстро, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения. Осквернение просто выносим с рейда, да? Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои. Две метки. Стоим все время здесь. Мелики тоже стоят? Да ничего страшного. Нам нахуй. Вот ты королич. Герой, блядь. Заражение. Друг от друга, да? Угу. Дай Салю по мангу сразу, потом забудешь. Макс, сбрось агро. Или дай салю, понимаю, еще раз. Берегитесь. На пулу тогда нужно. Просто откатился на пулу. Я даю по КД.
Где сферки? Пиздец. Я не успел уйти. А. Это не то сдох, я тебя не могу. Я не могу. Я там в центре участвую, почему? Видосики посмотреть, если что понимаю, что нет. Но если завтра ты придешь, можно завтра до проходить, а потом кару герну 4 босса. 4-5 босса. Завтра сможешь 17 на лет? Кто завтра не сможет, напишите. Да, на сегодня все тогда, Ро. Кто не сможет завтра, плюс напишите. Если все смогут, тогда на завтра я приставлю. Что двигался утром?